Нихао, ассалам алейку, бонжу, хола, добро пожаловать в Замбию. Меня зовут Матюс. Я сегодня пришел сами гость примечательность, который у нас есть в Замбии. Конечно, это водопад Виктория. Это уже второй раз посещаю это место. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы вернулись, хочу сказать спасибо большое за просмотр. Давайте! Здесь вы можете купить дождевик и это тапочки, чтобы удобно ходить сюда-туда. И мне не нравится ходить с дождевик, потому что я хочу почувствовать настоящий водопад Виктория Фолс. Конечно, я не один, я пришел с друзьями. На улице прямо есть обезьян, они просто свободно гуляют. И тут разные туристы, они приезжают, чтобы посмотреть это достопримечательность Виктория водопад. И посмотрите, каждый есть, и они тоже приехали как группа. Дальше пойдем посмотрим. Это самый известный человек в Замбии, Дэвид Ливингстон, первый европеец, который увидел эту достопримечательность, и он рекламировал это место, и потом стало известно. Посмотрите, просто мощно, что тут происходит. И я еще делаю эфир. Я пока дальше стримлю, делаю. Виктория водопад это самый из семи достопримечательностей в мире. И это место вообще я не могу доесть посмотреть, потому что это мой второй раз приехал сюда. Все равно эмоция просто не передается. И еще старо, очень-очень мощно, практически ничего не видно из-за дыма. Пишите в комментариях, вы видели или просто или слышали по телевизору. Мы пришли на самый страшный мост, называется Ножная мост. Это очень маленький, но по нему можно переходить до другой стороны. Это очень-очень интересно. И там я не знаю, если это можно называться или назвать дождь, потому что тут вода очень сильно. И мне, я люблю ходить и посмотреть Виктория без дождевик, потому что очень интересно. Ты чувствуешь настоящие воды, чувствуешь всю мощность эта вода. Я сейчас вообще одновременно снимаю и делаю. Woo!
Я прямо чувствую, как будто я в небесах летаю куда-то, который я даже не могу описать, потому что чувство, эмоция, когда ты смотришь на этот гость, примечательность, просто вылетишь из головы. Как, конечно, я сказал, что я приехал сюда с друзьями. Вот, это Анна из Москвы и мои племянницы. Конечно, это наш тоже второй раз, но это просто место, обалденное место, как просто могу сказать. И еще здесь много людей, и сейчас самый пик, топ момент, когда вы можете посмотреть этот гостопримечательность, потому что вода очень мощная, практически невозможно посмотрите, что там творится. Ой, божечки, когда я вижу это, просто смотрю, что Бог, он просто самый креативный существование, который я даже не знаю, если сказать, который я знаю. Я здесь полностью наслаждаюсь свою жизнь, потому что мы живем только один раз, и мы не знаем, если завтра наступит. Поэтому надо жить, пока есть момент, и что происходит сейчас. Виктория Водопад раньше назывался Мосс Отуния, это до Ливингстона, потому что когда Дэвид Ливингстон, европеец, приехал и видел это гостопримечательность, он просто обалдел, он просто был в шоке, и потом он поменял название. Это Виктория, это был королева из Англии, но все у нас тут. Это водопад находится в двух странах, Зимбабве и Замбия. Я себя обещал, что до смерти надо видеть с своими глазами эту красоту, и мое обещание уже выполнял. Видел эту и вижу эту красоту. Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Украина, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия, США, Эстония. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите мои видео время от времени, за то, что вы всегда меня поддерживаете. Как я всегда говорил, без вас, без меня, без вас, без Замруя. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, что вы пожертвуете, спонсируете мои трип или путешествия в разных местах. Вот я здесь в Ливингстоне из-за вас, потому что вы пожертвовали
вари вот мы будем путешествовать по Африке вместе, потому что люди мало информация про Африке. Теперь вы можете видеть Африку своими глазами, потому что это моя задача. Мне было очень, я был иногда в шоке, как люди меня спросили про Африку, когда я учился в России. Ну, теперь я сейчас в Африке и вам буду показывать, как мы здесь живем. Поэтому, если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы вернулись, очень-очень благодарю за все. Шум просто очень приятно. Все, достойно посещать это место. Поэтому я вас спокойно приглашаю. Если у вас будет возможность, можно сюда приехать и посмотреть Виктория водопад. Очень-очень необъяснимое, очень-очень место, которое мало люди знают, что существует вообще. Виктория водопад где-то 3 километра, если я не ошибаюсь. И большая часть находится в Замбии, поэтому мы сейчас ходим по этой дороге. И я вам хочу показать, где бывает радуга вообще по мосту. Где-то дальше и мощно вообще. Вот это место. Надеюсь, вы видите радуга здесь. Очень приятное место. Это место я могу сюда приехать каждый день, потому что я не могу доесть посмотреть. Я уже второй раз, но все равно не надоел. Это место. Каждый раз, как будто я только что первый раз сюда приехал. И это маленький мост. Конечно, смотреть внизу, это очень опасно, потому что голова может кружиться. Посмотрите, радуга очень-очень. И внизу там есть вода. Ворот. Надеюсь, вы смотрели это видео, который водоворот Виктория водопад. И я вам покажу, где у нас граница Замбия и где граница Зимбабве. Есть мост, где есть тазик. Люди, они прыгают. Когда мой финансовое состояние будет меня позволять, я однажды буду прыгать на тазик. Это тоже хочу попробовать до смерти, если получается. Это тоже турист из разных стран. Они каждый раз приезжают. Это, конечно, мой брат. Мы приехали вместе. Радуемся за то, что это как лекарство. Это как терапия. Это как лечение побивать на это место. Это как антистресс. Когда у человека был стресс,
когда сюда уже стресс ходит из человека. Это мы проверяли. Вот это место или граница Замбия. Мы здесь стоим, где находится Замбия. И дальше там, где есть мост, это Зимбабве. Очень-очень интересное место вообще. So fast! Why? Yeah? Why so fast? So fast! Yes! It was rapid! Oh, here there is no rain. Here there is no, but it is coming after some time. You just hear boom! У нас есть Зимбабве, да, а мы здесь в Замбии, поэтому это вот граница находится в две страны, Замбия и Зимбабве. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, если вы только что попали на этот канал, не забудьте. Увидимся в следующем видео. Это был Матиус из Замбии, Африка. How is your phone? Very bad.